Многие из нас в самолете могли слышать вот такой голос пилота. Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на борту самолета Airbus A340. Я капитан корабля. Меня зовут Юрий Карагодин. Итак, представьте, прошло 3 часа, пилот так и не остановился. А я ей говорю. Ты же семью разрушаешь. А она мне говорит, что я пропадаю на своем аэроплоте. Аэроплоте участники международного альянса SkyStream. И я ей говорю, ты ко мне еще приползешь. В тот день я был на высоте. Кстати, высота полета 8000 метров. Спасибо за внимание. О, наконец-то он заткнулся. Да реально. Hello, капитан speaking.